Да. Да? Фильм такой был, Армагеддон. Армагеддон! Тихо, Сбежали, не ори. летали, блин. Чё ты уши мои рвешь? Да я еще не так могу. Еще крестиком вышиваешь? Не поли контору. А чё, никому не надо? А, надо, подожди. Ой, ну пинч, братишка, это, блядь, тебе, нахуй. Да, всегда хотел дренейку себе с Армагеддона. Чё-то я, подожди, я что-то проебался. Ему же первую цену, это же, блядь, да, ему первую цену давать надо. Естественно. Да. А, это Баеха, это идите в одно место, скажем так. Это Баеха. Кто у нас банкир, кстати? Я банкир. А, ну все, все, банкир в студию, говорится. А че мы в портал не пошли? Подождите, трэш идет. Мы скипаем Гаргулей. Ну, Женек, ты же не первый раз. Войт, а тебе куда, на какой это? Это там. А, там. А чё, ну ту или... До 200-й давно уже, пиздец. А, ну да. Тоска, 200-й, блядь. Хоть защиты поднять. Подожди, у тебя мейн-танк, правильно? Всё, агрел. Ну всё, отагрелись. У тебя же мейн-танк, да, Войт? Ну вообще ретрик. А, ретрик? Ну тебе 60 тогда, да? А, там за половину надо было нажимать? Ну... Офспек же не есть, это офспек. А. Я дал, ничего не... А я думал, по одной цене все печеньки. Нет, успех за полцены. Кстати, кольчуга. Лемовская. Графина. Держи. За 60. В сияющем сиянии. Женек, ты это спросил у друида у нашего, хотел и хочу какать, он разбирается в теме. Я нихуя не понял. Ну ты чат почитай. Ну я нихуя не понял. Ты пиздец. Сильно. Кули карат прокает от пука. Ты понял? Что это такое? Что такое пук? Давайте разберемся. Ну что, это талант какой-то, да? Ну, считаю, что это особая способность организма. Уникально, да? Уникально. Причем, чем старше организм, тем лучше прокачивает эту способность. Итак, ну что там? Всех захилили, всех покушали. Космополит, что у тебя нет? Микрокулаком. Да воет. Он пока печатает, я уже повешал кулак, уже 10 секунд висел. Ой, это у тебя все нормально? Да, что такое случилось? Что? Ну ты тоже нет нажал. Ну так это я добавил кулаки. А, все, вперед. Карам. Финли, здесь спекнуться можно было. Ну, в принципе, пофигу. Поддержишь трэш. Ничего страшного. На следующем спекнешься, понял? Клавиатура током ударил.
у Крама одну букву в ифе поменять, и все, блин. Ну, с такого вопроса будет. Ну и что? Аллах Акбар будет. Да, пох. Завтра Пасха. Да чё с Пасха? Мне, кстати, за чеченца одного, один чел уже, блядь, написал. Пытался предъявить, блядь. В смысле? Чеченец это вообще-то это как бы нация, это не оскорбление, не ничьи. Я с пуганием пошел, мне чел пишет. Ты че охуел? Тебя таки пишет мне. Ты че, чеченец? Нет. Я ему писал, я да, охуел. Так написал. В принципе, логично. Ну да. Ой, блядь, лок, ты шо там? Он че, блинк нажал, что ли? Не знаю, но он чуть не поломал. Ведь захочешь обликоваться на уже. А чё, только я напуливаю? На Локи, да? Верзевул, тоже старайся. Так, этот... Дорога. О, про напул, ну, сказали, просто... это три напула в КД. Я понял. Напулил, блин, а смотрю, больше никто не напулил. Думаю, ничего, все нормально. Рутина, блядь. Тут там, где босс как бы агро срывает. Забрался, точнее. А вы это, по старой схеме, нормально, работаем. Нормальная тема, давайте еще. Опять боишь? После этого разберемся. Ну сейчас начал вовремя, блин. Да вообще похуй. Только, наверное, Адон только после комбата вылезет. Адон меня выскочил. Не, ну вы типа нажали кнопку, а мне типа окошко разрыло, наверное, после комбата только вылезет. Ну и ладно. 50 темп? Да. Ага. Тотем-то рейд не продиспелит. Ну так. Катя, у меня тут такая дилемма. Мы как будем бегать, блядь? По зонам или, блядь, по меткам? По меткам. Давай по меткам лучше. Ну, не знаю, мне по зонам вообще кому прям вообще по кайфу бегать. Мне все равно. Оно да, но многие просто могут не понять. Ну да, это потому что слабо. Не получается лутануть, да? Че херня какая-то. Там обо вдуха. Вот эти тапки секс просто. О, ну конечно, начал босс. А че на этом ебаном... Ой, блядь. И че, как мне лутать босса? О, да там сбоку есть. Так, он ничего. Давайте на прорыв, танки вперед. Поехал. Вот это БФ-то накопало топово. Да, кстати, крипхаус и бать просто. Блять, Ваня, нормально. Ну, у меня такая вот накопали. Не пожалел. Ой, мисс
чумная тварь за спиной, все убейте ее, пожалуйста. Кому не надо, да, получилось? Там трэш тоже упал. Ну, беги, чекай, блин, что тут это... Танк не справляется, во иду плохо было. Сейчас перед входом почекаю. Так, блять. Это прошлая шея, можете... Ты уже раздал ее? Да. Она никому не нужна. Значит, это мы. Да я себе, мне он, типа, нужна была. Так, все, Финн респектнулся, молодец. Острее шторма. Я тебе сейчас отдам ухо. Мах, иди ко мне. Сейчас я подойду. Ты там метки пока расставь. Так, по-моему, вот так нормально. Если у кого-то есть комментарии, говорите их сейчас. Комментарии? Да, извините. Нормально. Такие комментарии меня устраивают. Хуй знает, но мне кажется, ромбик можно тут чуть-чуть, блядь, проверить сюда. Тут а вот смысл прям... перебегать? Просто вот тут вот, где я сейчас стою, тут типа взрыв. И тут взрыв, типа. Ты прямо на границе поставил, то есть вот здесь вообще. Ну, это если учитывать, что ты в безопасной зоне его ставишь. Те три метки вроде в безопасной зоне стоят. Мне кажется, слишком далеко ты говоришь. Ну, это да, слишком далеко. Вот между тем, что ты первый раз ставил вот здесь, да, вот где треугольник стоит. Угу. Так, все, давайте ребафаемся. Танк, ты водишь тоже его. Чтобы милики тоже уже нарабатывали свой скилл. Нифиг его. Аллах Акбар, пацаны. Под точку. Так, шаманы. Тут ставим тотем на очищение. Также на углу его танчим будет? Нет. Водить будете по зону. Так они проще на углу танчить? Нет. Ну, коллегам каким-нибудь проще, одноруки. Нет, заранее уже привыкают, что надо двигаться, блин. И если будет на той точке в углу стоять, то еще вылезут под огонь, блин. Это, типа, сразу инфа для новеньких в гильдии, то есть мы, как бы, ну, легких путей не ищем. Все по правильному. Ну, тогда объясните, как водить. А кто вы? Это ты или кто? Или Карам? Карам. Ну, смотри. Вот тебе поставили меточки, да? То есть, грубо говоря, ты стоишь вот в черепе, значит, ну, взрыв соседней клетки тебя не достает, да? То есть, ну, я понял. Так же, как получается перебежками. Мы перебегаем. Да, да, да. Только, давайте, ты, все, да, понял. Только ты подвел, ждешь взрыва. Ну, он там... то есть не как на перебежке, то есть не так быстро будет, да, взрыва, то есть там, ну, побольше промежутки будет. То есть ты подъел, ждешь, он бахнул, повел в следующую метку, бахнул в следующую, ну и то есть все водишь. Потом, когда телепортация, он тэпнулся, все сбежали в череп, ты им ждем, он бахнул, и мы побежали два круга, ну то есть два раза туда-обратно сбегали. Единственное, что я тебе могу сейчас сказать еще по этому поводу, чуть-чуть проходи сначала, чтобы босс встал в метку. Тогда потом делай шаг назад и вставай тоже рядышком. Да, чтобы миликам, ну, удобнее было, короче. Чтобы они его в спину нормально били. Да. Не, смотри, ты сейчас доводишь до ромба, так вот, по каждой точке, возвращаешься обратно назад в череп, потом обратно ведешь в крест,
И он ТП-шится. Да, и потом в череп. Сюда терчим. Критично. После взрыва перешел сразу. Все, в принципе, не трудно. Все готовы, давай, бля. Ты, блядь, ебать. Тотем очищение шамана, можете? Так, Тел даем. Буксол, ну, дайте. Сорвался. Буксол, кадри. Блять, фильм. Буксол, да? Телдрин, да. Байру. Телдрин, ты что там ФКш? А, просто еще не прилетел, понял. Дагеры не дали, пока все живые. Я не сказал. Ну так потому что сорвали, я что-то как-то это обосрался вам герой. Простите. Ну я как-то пили. На следующий, значит, это и дадим. Чем он без гера убивается, он булк. Все, сейчас в череп. Часто взорвется, подожди. Ну, слушай, да. Сейчас в череп. Все в череп, все в череп. Готово. Болезненная личинка паразит, что за нахуй? Бежим, бежим, не останавливаемся, не тупим. Как маг, блядь, ты сдох. Это пиздец. Бля, бежал, я не знаю, может забить. Перебежал. У тебя блинк есть, мне тоже сдох. Крест слишком близко. Нормальный крест, не знаю, я бегаю. Я просто перебежал крест. Я прям в кресте стою, типа, и нормально. Да. Все, обратно на платформу, да? Так. Хочу какать БРЖНК. И все, пока что. Один БР только у Космополита есть. А, и у Алисы. А ты по БР так кидал бы. Алиса, дай их женьку. Он Финли БР. Не знаю. БР без команды никто не сдает. Дайте Геру мертвым, кто он падал. Карбав капитан. Лав, каску, лав. Женьку. Прямо пушку. 30 секунд от ТП-шки. Все, в череп. Давайте. Прилетайте, поехали. Обратно по форме ставим. Давайте дожигаем его.
Элдринстер, вау, Финли. Короче, всех разбухали, Ресаемся. Не идите пока трэш, пока не рез. Порезайте, пробахайтесь, идите дальше. Опять этот ринг. Перезвон. Охуенно. КД 4, когда я его не видел. А тебе, чувар, не надо этот ринг бич? Как бы софткап РПБ надо собирать на вара, не? Бич. Да, а что ты крыльев не знаешь? Пиздал, пиздал. А чё вы тут? Давайте бейте уже. Тут чисто этот имп один, с, один на один с болезненной личинкой. Раз на раз вышел. Кто кого? Ну, пока что я хилю импа, и он побеждает. Mm-hmm. Еще чуть-чуть. Ах, красавчик имп. Я вообще-то его тоже хилю. Ну, мы чисто болеем за импа. Вот эти вот личинки, че это? Тьфу. Так. Может, Вайда спекли? Вайда и Варчика, давай. Я думаю, ну, в два танка, если Вайда спекли. Ну да, Вайда. Финли не протянет. Давай, Войд спекли. Финли слабенький. Финли слабенький еще. Маги, дайте кто-то портал. Довара. Камешки локовские возьмите. На всякий. А, йога в десятке, короче, с помощью какого-то бага убили, походу. Да это как китайцы, они сделали трэш, водили, все. Вокруг камня трэш бегал, блядь, и никого не бил. Ну, типа пишет бессмертные стражи, что-то, блядь. Нас могут... Теперь стражи смогут ходить через текстуру. То есть вокруг камня мы уже его не положим. Я там только единственное не понял, как там, типа, за какие приколы там вот это здравомыслие про, типа, проебывается. Кто-то не понимает. За все приколы. За любые. Ну, то есть в комнате повернулся ебало минус, да, здравомыслие. Да, там на босса смотришь, что здравомыслие минус. Я не знаю, как
как его убить, если на него не смотреть. Ну, короче, это нужно как-то все, короче, узнать, план все протестить надо, чтобы правильно, как, ну, типа, тактику выработать. Как боком. Че, кто первый начнет, я начну? Так, Арче, давай, сам я, ну, да. Все вот тут стоим, нахуй. Или далеко. Кто первый танчит? Кара. Телдрин, подруби третью. Ходи с третьей. Вот так, в одну спору, да, войн, наверное? Так. Так. Ну, вроде все готово. Хаймский взяли. Кто у нас самый тонкий танк? Кому СС? Подожди, тут... Дай обоим. Димон дает Кораму, а Некроникс дает Войду СС. Так, хочу какать. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, как тут хилить на этом боссе? Или не знаешь? В прошлый раз хилил. Окей, понял. Поехали. Так, подожди, какими ходами? Че, я первый, да, прием? Какой там? Да, ты первый. Ты первый. Да хилил он уже, давай, погнали. Все. Пишет ходами, блядь, я испугался. Все в одну метку встали. Что ты делаешь? Ой, зря ты Киазар прожал кусты. Надо на споре прожимать. Так, первый гимн шипешник нажмет, когда ему скажут. Только низ. А когда там Геру? Рано еще. КД у нас. Когда будет жопа, когда Геру. Нет, у нас КД еще 14 секунд, ну, ребят. Плюс КД. Котик, можешь иннер по ДЦ дать уже. Так, ну чё, давайте Геру сейчас вжимайтесь. Котик, по ШВД иннер дать, пожалуйста, спасибо. И видим. Стелт от ты. Там не все проход рассчитаны были, как бы понятно. Где синий жага бьете по боссу? Висит вроде. Я просто пиарить это могу. Так, шипешник. Нет. Последующий наш гимн. Этот еще прохиливает. Черт. Так, вот. Сейчас гимн нажимай, ШП, нажимай гимн на ХП. А следующий я нажму гимн на ХП. И... Блядь. Сейчас друли должны транквилы будут ставить.
хочу. Я гим сейчас нажму. Нет, у меня маны нету. Нет, есть. Понял, блядь. Можно иннер меня? Или давай тотем сделаем? Ну что сделал? Помогайте там по хилу, блядь, совы там, кто там, блядь, кресты, блядь. Так, еще один гим, да, есть? У Даши. Даша, Даша его гим. Сейчас вот, подожди, жди, жди, жди. Давай, гим, давай, давай, давай. Жмем курс. Гурсы хавайте в опуске. Че нос ушел, блядь? Я без маны, да? Космо, залей. Да я тихо, тихо. Нормально, держусь. Без хапала, конечно, тяжко. Да бейте его, блядь. Да, без хапала тяжко. Ну ладно, ты тебе должен справиться. Да мы не уронили хоть вас. Ну вышли, никто не упал. Чисто запотели. Там или Даша вообще запотела, смотри как нахуй. Ахуй. Куда? В чумно идем, чё куда? Не, идите, я знаю, чё. Чумку мерзость, без разницы. На, мерзость идите. Сейчас без перерыва идем дальше, потом перерыв. Вонючая дробяшка не падает, бесит меня. Дробяшка не падает. А да, вроде один раз всего падало за все время. Нет, не один. Кто-нибудь ролит этот жилет? Иди. Ой. Ой, 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 извини. Да, да, синий бил. А ты какой? А, ну давай. Хорош. Топовая цепуха. Там плечо осталось, вот это. Оно, походу, никому, да, не нужно. Ну, она за ОД 212 есть. Я себе напокупал три штуки. Ну, мы еще этого-то убьем, Додика. Может, да, мы этого убьем, Додика. И там ребутик, как раз вот вам и перерыв будет. Thank you.
Чисто то самое чувство, когда сервис подстроился под рейд. Один на миллион. Да, вчера-то так не получилось. Вчера, блин, одни эти перерывы получились. О, идет додик. Давай быстрее, Женек. Там. Давай сразу это пуляй его. На ходу, да, пуляй, выпуливай сразу, да. Только милики никто там. Никто не умирал. На пул дайте, пожалуйста. Пул Эмихаус. Не хочу какать, напуливаешь. Зачем я взял? И дайте котик, дай иннер по мне подается. Сразу. Что-то я не фуловал. Я это темп поставил, чтобы все хилы были. Я чуть нюха не пойму. На этом, блядь, вот хиби, получается, щитки, они как-то, блядь, вообще не учитываются, походу, блядь, нормально. Чисто корявая тема, только когда хилить можешь, тогда и учитывается. Так, у меня типа весь рейд, абсолютно весь рейд в щитах, нахуй, а у меня хп вообще нету, блядь. Типа он не считает, под этим дебафом. А в кого там напуливать? В Эмихаус. По-моему, прошлое... Не, когда я же прошлое, когда ходил локал, я тут дал 9 что-то с копейками. Попалось. И даже 2 ПС-очку. Сравнивать надо в одном рейде. Не, сколько он смог? Ну, девяточку. Да, сейчас Геру будет конца. Да не, Геру не надо. На того Геру. На следующего часа. Рибут, скорее всего, перед собакой будет. Как раз. Вообще... Следующий все так же лагает? Серф, в смысле? Не, следующий босс, Гробулус. Ну, у него бывает, да. Ну, он, да, иногда может повернуться. Дых. Ну, у нас как-то 5 раз подряд было. Рандомный если... парень. Ну, там, не, на самом деле, если все делать правильно, он настолько редко это делает, что 5 раз, значит, что-то неправильно делает. Это там есть 2 линии, на которых именно он разворачивается, туда просто не надо заводить. Да. Его еще нужно проводить дальше. Раз. Его нужно ловить правильно, чтоб танк его сразу ловил под лестницу и сразу забил. А я бы еще, короче, на присте бы уйду 10 сгонял бы. Хотя бы в обычке там убить босса. Поздно. Ну да, ты учитываешь еще 2 карта. Ну да, я говорю, то, что поздно. А завтра мы там типа тоже пойдем. А завтра еще целый геморрой предстоит. Смысл нормально сегодня. Ну я, как? Я, блядь, Элиза в танке в БК, я что-то в дыточку. Не знаю. Ну нормально, танчит, там не сошел, да? Не, как бы я ничего против не имею, просто я его очень давно не видел, как я за это. Финли возьмешь, если его не буду. Я Финли не возьму в льду, ты че? Рановато ему до льды еще. Конечно, не обижайся, он тебе еще рано. Тебе как минимум нужно весь этот контент ОС Оконакс, типа, одеться. Это щит? Какой щит, блядь? Гробулус успеем убить? Успеем, конечно. Идите трэш, блядь.
Карам, водить умеешь его, да? Его нет, я в основном трэш водил. Ну, придется уже учиться все. Сейчас расскажу. Сейчас покажу, да. Давайте трэш дадим. Сука, вот это колечко вот было бы, оно, сука, не уникальное. Здесь два можно не первый. А, слушай, у меня это похуже. А, буксол, в смысле, забрал? По-моему, на успех буксол. Окей. Мне может, не надо, я тебе отдам. Можно брать. Давай. А ты, я срез. Давай. А ты только что понял, что... А ну у него эта иконка одинаковая, а у меня 200, я такой же. 8 минут мы успеем или нет? Давайте, давайте, его. Я же подъеду, подождите. Успеем. В позиции сразу заходите сейчас. Так, подожди, Карам. Давай на трэш побуду тогда пока, чтобы не объяснять. Кого? Какой трэш? Там пофигу вообще на трэш. Слизни, они ничего не делают. Карам, ты смотри, ты ловишь босса, ставишь его вот сюда на решетку, где сейчас трапа стоит. Потом смотришь, он плюется. У тебя ДБМ этот говорит, через 10 секунд харча. Как только он харчу сдал под себя, ты проводишь его вот так, примерно на два деления. Понял? Угу. Все. Больше для чего проблем нет. То есть ты проводишь, все. Все, можно это, иди запуливай. Вот. Там по ходу ему скажем, как он подводить его. И везешь вот так уж по решетке. РТДшники все одной пачкой стоим, шаманы тотем очищения выбираем, и, в принципе, все. Резист от природы поставь. Да, и резист от природы. Вот, все, вижу, есть. Так, давай ШВД ты на дисплее тогда будет. Да. Че, Лера, и погнали. Уже болезнь, да? Торнадо. Отводи, отводи, отводи уже. Торнадо. Че ждешь? Давно уже. Блядь, че ж так ебет, ебать, ебать. Ну он не отводит. Еще види. Еще види, уже слишком большая лужа. Кроникс, ты вышел? Вы хотите, я вас увижу на свете. Ну только из рейда. Из рейда там. Финли. Бля, ну ты далеко. Перебежать еще. Так, отводи, отводи, уже лужа пошла. У тебя ДБМа нету? Уводи лужу. Давай, диспэк. Уводи лужу, танк, алло. Был себя. Надо это, поднять рейд. Бьет сильно очень, блядь. Ай, не получилось. Лужа, уводи. БР, Алиса по мне, да? Ой, сам себя. Вводи лужа. Лужа, вводи. Вводи лужа. Стой, куда ты ведешь, еще нету, вот теперь где своди. Давай тотем. К стене веди. Не разворачивай вот так. Тотем я уже сдал. Да я гим знал просто. Вводи лужу. Где-то там.
Я почему-то в этом, в Вуду он метки не показывает, на ком на это ебучая эта хуйка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как вас выебало. Отходите от... Перемещайтесь ближе к центру. БР не тратьте, не надо. Добивайте так. Айпер. Уходи. Вытесли с меня, пожалуйста. Да не пиздец, не бойся. Добивай. Не сгрызет, блядь. Не сгрызет он. Да что же у вас так, сука? Сделайте скрин на всякий. Танк, скачай себе ДБМ, пожалуйста. У тебя ДБМ нет? Так у меня стоит ДБМ. Только он показывает, что через 5-6 секунд будет лужа. Ну? Когда говоришь, что уходить, еще секунд 7 есть. Ну что, не правильно какой-то ДБМ. Нет, я смотри, как каждый раз, как только вот у тебя проходит этот таймер, ты сразу же вот отводишь. Ну, я ДБМ из ДИС скачал. Сегодня обновил. Ну и так, ты видишь, есть полоска, да? Типа, он через определенное время там появится облако, да? Или у тебя не как показывало? Ну, когда ты говоришь, что отходи, отводи его. Еще секунд 6 было. От 5 до 7 где-то. Он тебе сказал уже на 7 секунде, потому что ты не отводишь. Там 10 секунд, каждые 10 секунд лужа появляется. У тебя, типа, может, плотность частиц, типа, на минимум? Такое может быть. Да, дело-то не в частицах, дело в том, что нужно смотреть, если у тебя ДБМ нет, смотрит ему на руку. Когда он поднимает руку и с нее зеленая цепля летит, значит лужа появилась. Короче, ДБМ показывает таймер до появления лужи. Таймер исчезает, лужа появляется. Только так, появляется все, давайте. Вот смотри, чтоб ты понимал, они не убиваются кайтом по такой причине, что чем больше хп у моба, тем больше похищения жизни он кастует. И он просто будет убивать. И они выходят бесконечно. А когда хп у моба снижается, то похищение жизни, которое он кастует, дамажит меньше намного. Другой тактики, да, нет. Только бить их. Другой тактики вообще нет. И не будет. В смысле, люди вот кайтили и убили. Блять, ну так это баг. Некроник, сразу шкаф поставь. А, все, молодец. Как он начал с тобой кинуло? Всех пустило? Залетайте все остальные. Финли, Карам, Женек. Нечаянно. Он только сейчас пустил.